Центральная часть Ульяновской области, Майнский район, это в первую очередь развитая транспортная сеть. Поэтому состояние дорог должно стоять у муниципалов в приоритете. В этом году на их ремонт и содержание направят 221 миллион рублей. На эти деньги будет отремонтировано 4 километра автодороги от Майны до поселка Новоанненковский. Также обустроят освещение на транзитных дорогах. Все по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы начали и в самом райцентре. Ремонт всех дорог должен быть завершен до 1 сентября. Значит, по Майне идет, вот, значит, эта улица Северная. Потом, значит, начали делать улицу Колхозную, первую Колхозную. Вот, делаем, значит, сейчас мы мимо... Мимо поедем, значит, велодорожку мы делаем на 6 миллионов рублей. Вот, по улице Первомайской. Вот, придомовую одну территорию, правда, только на одну мы, Алексей Юрьевич, на Ленинской 20 будем делать. В Майне также капитально ремонтируют многопрофильный лицей. Такие масштабные обновления за 80-летнюю историю учреждения впервые. На втором и третьих этажах меняют окна и обновляют кабинеты. Также перестилают крышу. Но у нас учебный процесс, основные работы должны быть готовы. У нас срок стоит 15 сентября. Сейчас для ускорения, то есть мы применили ряд работ, заменили на более современные технологичные. В этом году в Майнском районе при поддержке бюджета будет реализовано 8 народных инициатив. Среди них ремонт детско-юношеской спортивной школы. В учреждении обновят 11 помещений, включая раздевалки и тренерские. Но опасения у сотрудников и родителей вызывает состояние спортзала. Зимой сильно течет крыша. Мы сделали проект, сметный документ, проект в этом году. Вот, 500 000 отдали, сделали проект. Вот, но проект выходит... 27 700. Что в этом проекте? Замена крыши, полностью разборка стен, то есть они будут перекладываться. Армировать будут тумбы под фермы. То есть крышу разбираем, фермы снимаем? Фермы снимаем, мы их оставляем. Под них выстраиваем колонны? Под них выстраиваем колонны, то есть они армируют. То есть заново закрывают стены? Косметический ремонт. Глава региона Алексей Русских отметил, что ремонт зала без внимания не оставит. Также к ремонту Дома культуры приступили по просьбе жителей села Выры. Здесь репетируют более 20 творческих коллективов. Благодаря нацпроекту «Культура» выделены деньги на обновление зрительного зала. Также по поручению губернатора будет благоустроена территория вокруг ДК. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.